Добрый день, наши друзья. Сегодня мы решили уехать с Коблева, погулять по Одессе, покататься на кораблике, посмотреть Потемкинскую лестницу. Вон, кстати, она сзади нас. Здесь сзади меня морвокзал. Сейчас мы погуляем, походим. По возможности все вам покажем. Вот морские прогулки, катерок стоит, наверное, это он наш и будет. Сейчас мы узнаем цену. Все, вот мы подошли, сразу садимся на прогулочный катер. Цена билета 100 гривен. Мы рады вас приветствовать на борту нашего катера. Мы с вами сейчас совершим морскую прогулку вдоль побережья нашего города. Когда-то одессит Леонид Утесов сказал: «Посмотрите на Одессу с берега – рай. Посмотрите с моря – то же самое». И у нас с вами сейчас появилась такая же возможность. Друзья, ну вот мы покатались на вот этом катере, кораблике. Мы были на втором ярусе. Корабль, да? Да, ну корабль вроде бы такой. Ну, маленький. Генерал. Для катера то у нас. Генерал Кургунцев называется он. Вон где он. Где? Вон там он. Все, вот мы покатались, послушали немного истории про Одессу. Ну а сейчас теперь мы погуляем по морвокзалу. А ты знал, что фильм «Место встречи изменить нельзя» снимался в Одессе? Я первый раз. Ну вот если бы мы сегодня сюда не поехали, мы бы об этом не узнали. Вообще фильмов много, но что-то я... Сейчас мы погуляем по морвокзалу еще, потом. Потом, как я говорил, Потемкинская лестница, парк Шевченко, оперный фонтан возле оперного. Ну сейчас по максимуму постараемся вам показать. Ну и сами все постараемся посмотреть. Памятник Дюку там же. Да, все мы постараемся максимально быстро, за часика 4. Расскажи, где пробки, да? Оббежать, да, потому что мы в саму Одессу ехали, ну до морвокзала мы ехали где-то, наверное, часа полтора через город. Пробки большие, движение страшное, серьезное. Ну, сейчас идем мы на морвокзал, будем вам все показывать. Yeah.
дорогам шагаю. И перецы, пробудившиеся первого трамвая. И как в детстве я по солнечному городу шагаю. Я по солнечному городу шагаю, и как в детстве, я по солнечному городу шагаю. Если б вы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я с детства вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Вовек не забуду бульвар и маяк, огни пароходов живые, скамейку, где мы, дорогая моя, в глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели впервые у Черного моря. Родная земля, где мой друг Одиссей лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему родиной свит, и назван мой город героем, и назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда. Состарился ты или молод, но каждой весной так тянет туда, в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город. У Черного моря, у Черного моря. Thank you.
город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я с детства вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Вовек не забуду бульвар и маяк, огни пароходов живые, скамейку, где мы, дорогая моя, в глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели впервые у Черного моря. Родная земля, где мой друг Одиссей лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему родиной свит, и назван мой город героем, и назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда. Состарился ты или молод, но каждой весной так тянет туда, в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город у Черного моря, у Черного моря. Друзья, ну что, вот и закончилась наша прогулочка по Одессе.
все вы увидели, все мы вам показали. Ну не все, то, что по минимально мы успели посмотреть, потому что машину мы нашу ставили, вот там ее видно, стоянка сразу возле морвокзала. Подъезжаем и заезд в стоянку в морвокзал. Час 40 гривен, сейчас мы посмотрим, сколько получилось у нас по деньгам. Ну где-то часа на 4 мы ее оставляли. Я думаю, 120 гривен для Одессы. Машина на охраняемой стоянке, это нормально. Не оставлять ее на улице, потому что это Одесса. И оставить где-то машину, можно прийти и будут всякие неприятности. Так машина оставалась на стояночке, заплатили мы денежку. Сейчас садимся и уезжаем. Хочу напомнить, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, будет много интересного. И всем мирного неба над головой.